Привет, меня зовут Тая. А меня Алиса. А я Марина Соснина, художник. Хотите сегодня вместе с нами отправиться в путешествие в подводный мир? Да! Скажите, девочки, а что же мы будем рисовать? Ведь подводный мир, он такой разнообразный, там столько всего. Я знаю, что под водой живут много-много рыбок. А еще на самом дне можно найти сокровища. Да, все правильно. Морские водоросли, животные, сокровища, все это подводный мир. А вы знаете, что в нашем мире и под водой есть много общего? Вот, например, у нас светят на небе звезды, а под водой... Морские звезды. Да, у нас растут деревья и летают птицы, а под водой... Растут кораллы и есть летающая рыба. Она выпрыгивает из воды и летает как птица, а потом опять ныряет в воду. А еще у нас есть кони, и под водой тоже они есть. Как они называются? Морские коньки. Да, вот сколько всего разнообразного. Девочки, а на чем же мы будем рисовать? Конечно же, на столике. Правильно. Наши листы бумаги – это световые столики. Но на самом деле, чтобы рисовать песком, не обязательно иметь световой столик. Можно рисовать просто вот на таком подносе. Желательно, чтобы темного цвета он был. Или на гладком столе. Можно взять большую тарелку. А вместо песка вы можете взять манную крупу и фантазировать, сколько вам хочется. Девочки, а чем же мы будем рисовать? У нас же нет кисточек. Руками. Наши руки и есть кисти. Все правильно. Наши руки – это и есть наши кисти. Вот посмотрите, рисовать можно даже кулаком. Большой палец – это наша большая кисточка, самая толстая. Мизинчик – самая тоненькая кисточка. А еще можно рисовать всеми руками сразу, всеми пальцами сразу. Как у вас здорово получается! Вот бы в школе можно было рисовать пальцами вместо ручек. Да, жить было бы намного проще. Но у нас есть еще один инструмент, который нам может сегодня пригодиться. Он у вас есть у всех дома, на кухне. Называется он сито. О, знаю! Мама через него муку посыпает. Просеивает, для того, чтобы не было комочков. Но мы можем с вами с помощью сита нарисовать фон для нашей сказки. Для этого мы насыпем побольше песочка, но так, чтобы за края не высыпался он. Поднимаем высоко и тихонечко-тихонечко потрясываем вот так. Если не получается, то можно постучать ладонь другой руки. А как мы назовем сказку? Сказка будет про рыбку. Может, сказка про толстолобика? Я знаю, что и такая рыба есть. Ну, а как вам название сказки? Просто сказка про маленькую рыбку. Хорошее название. Да, мне тоже нравится. Ну что, все готовы? Стартуем! Поехали! Жила-была маленькая рыбка вот в таком большом океане. Она была совсем беззащитной и пряталась в своих домиках. Как вы думаете, девочки, что это были за домики? Где она могла прятаться? В камушках, в водорослях. А даже в совсем маленькое может залезть в ракушку. Угу. А если мы с вами побегаем нашими пальчиками, как на пианино, но по песку, то мы сможем нарисовать морское дно и камушки. Вот большими пальчиками, маленькими. А если мы нашими руками, как расческами, причешем песок снизу вверх, вот так, то у нас получатся водоросли. А если мы проведем ребром ладони, посмотрите, вот так, то у нас получится ракушка или разные кораллы. Девочки, а давайте вы своим способом придумаете и нарисуете домик для рыбки. Вот я построю домик рыбки из камушков. Вот один камушек, а на нем второй. И так целая башенка. В такой башенке смогут жить целая стая рыбок. А я нарисую подводный гамак, в котором рыбка будет спать, и привяжу его к водорослям. Ой, какая интересная идея. Ну, тогда нарисую сначала кораллы, а потом привяжешь к ним гамачок. Маленькая рыбка
жила в своем маленьком закутке. Лучи солнца еле-еле пробирались до самого дна океана. «А кого же я могу спасти? Кому я могу помочь?» – думала маленькая рыбка. Даже у такой маленькой рыбки была такая прекрасная мечта. Она хотела кому-то помогать. А кому рыбка будет помогать? А давайте подумаем, кто еще живет на дне океана? Другие рыбки, моллюски, крабы, ракушки. Но вдруг наша рыбка услышала, что кто-то плачет. Это был маленький моллюск. Моллюск открыл свой домик, чтобы посмотреть на солнышко. И у него выкатилась жемчужина, которую он выращивал всю жизнь. Он плакал и просил помощи, потому что не мог ее найти. Ведь он же не может так быстро плавать, как рыбка. Рыбка долго плавала, спрашивала у других рыбок, не видели ли они жемчужину. Пробивалась сквозь большие водоросли и, наконец, нашла. Она сделала большой путь. Да, рыбке было трудно, но ее силы были напрасны. Жемчужина оказалась очень красивая, а в лучах солнца сверкала, как огонек. Жемчужины правда существуют? Конечно, правда. Может быть, однажды и вы найдете такую? Если я найду, то дам моллюску. Он тебя отблагодарит, так же, как и нашу рыбку. Моллюск был очень счастлив и предложил ей дружбу. Они жили долго и счастливо? Я думаю, что да. А потом маленькая рыбка подружилась с другой рыбкой, которая искала свою семью. Они стали искать вместе и нашли целую стаю рыб. У рыбки было очень доброе сердце. Несмотря на то, что она была очень маленькая, она смогла помочь другим и обрела большую семью. А где-то там, в лучах солнца, проплывал величественный кит. А вам, ребята, понравилось? Вы тоже можете придумать свою сказку и нарисовать ее. Это не так сложно, как кажется. И очень увлекательно. Пока-пока!